Да здравствует любовь, да здравствует джаз. В филармонии прошел весенний концерт Леонида Винскевича и ансамбля «Новое искусство». Свое выступление музыканты посвятили женщинам. Весна. Волнующая, пьянящая, будоражащая кровь. То же самое можно сказать и о джазе. В это время года он особенно романтичен. Психологически понимаю, что весна, что уже пора снять шарф или там что-то одеть полегче. И музыка должна быть тоже несколько такая, ну не знаю, тоже весеннего настроения, о любви. О любви к женщине, о любви к музыке, о любви к миру. Обо всем, чего не скажешь словами, может поведать джаз. Вообще джаз – это не профессия, это страсть, это влюбленность. Это всегда откровенное объяснение в любви. Это, ну, так, по крайней мере, для меня. Вместе с дедушкой уже не в первый раз выступает Леонид Юниор. Парень не то что влюблен в джаз, это всепоглощающая страсть, которая, видимо, передалась ему чуть ли не на генетическом уровне. Когда находишься на сцене, ты чувствуешь как будто опору. То есть они тебя тащат, если вдруг ты идешь на дно, и если что, ты знаешь, что ты можешь на них положиться. И это очень приятное чувство. Они переглядываются, ловят мысли друг друга с одной ноты. Музыканты на сцене – единый организм. И осознавать это юниору пока в новинку. А вот слушатели, выросшие в джазовой провинции, к ощущению такой близости уже привыкли. И чутко до мурашек отзываются на их откровения. Ангелина Рязанцева, Антон Судженко, телеканал «7».